гуманитарных коридоров для мирных граждан юго-востока Украины, к чему так долго призывала Россия, наконец признали и в Киеве. Соответствующее поручение руководителям силовых структур сегодня отдал Петр Порошенко. В Донбассе к этой инициативе отнеслись скептически. После обещания нового президента остановить кровопролитие, украинская армия обрушила массированные артобстрелы на Красный Лиман и Краматорск. Половина Славянска уже в руинах. Последняя информация у Дмитрия Гусева. Ополченцы Луганска готовятся к тому, чтобы отключить от водоснабжения местный аэропорт. Нашли трубопровод. Из инструментов длинная веревка и граната РГД-5. Хитрая система позволяет на расстоянии сначала закрутить до отказа вентиль и потом заклинить его взрывом, при этом не повредив самой трубы. В Луганском аэропорту сейчас сосредоточены достаточно большие силы Национальной гвардии, от 500 до 1000 человек. Сначала им вырубили свет, вывели из строя питающий аэропорт под станцию, а теперь перекрыли и воду. Я обращаюсь ко всем нацикам, которые пришли бить наш юго-восток. Я Максим, Луганская гвардия, сегодня вам нечего будет пить. Ополченцы уверяют, что если нацгвардия сложит оружие, им позволят уйти. Идут переговоры. На помощь украинским солдатам никто не едет и не летит. С пометкой «Молния» агентства сегодня поспешили сообщить об аресте ополченцами Донбасса народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Якобы за искаженную подачу информации. Ведь именно Пономарев периодически выступает перед журналистами. Во время очередной атаки достало соседнему Краматорску. Снаряды попали в завод «Станкострой». Несколько цехов разрушено, дорогостоящее оборудование уничтожено. А вот цех, где я работаю, вся крыша в дырочках. Это на фоне обещаний Петра Порошенко прекратить на этой неделе боевые действия. Более того, украинский президент распорядился создать гуманитарный коридор для выхода беженцев. Но представители ополчения заявляют, что украинские блокпосты пропускают только женщин и детей. А для мужчин, даже тяжело раненых, дорога закрыта. Ежедневно из разных городов Донбасса приходят новые данные о погибших. В районе города Кременная фашистскими наемниками была расстреляна похоронная процессия. Количество пострадавших уточняется. Мы прекрасно видим, что у этих нелюдей нет ничего святого. В сети появилась аудиозапись переговоров украинских солдат по так называемой телерации, популярному мобильному приложению. Те якобы обсуждают друг с другом, как лучше заработать на войне. Мужики, а вы там трупаков потрусили, там золотые коронки с зубы там вырываются, там золото много, кольца, палец отрезается, ты, в общем, снять кольцо, лучше палец отрезать, вообще там без проблем. У меня так пацаны поднялись, короче, каждый где-то поступил. Украинские силовики, точнее их руководители, они вообще никак не управляют процессом действия собственных, в кавычках, вооруженных сил. То есть они могут приказывать им все, что угодно, и указывать все, что угодно. А украинские силовики, в числе которых мы знаем, есть бандиты из нацгвардии правого сектора в большом количестве, действуют уже абсолютно по собственному усмотрению. Вот и командир батальона «Донбасс», состоящего в основном из боевиков правого сектора, во время набора добровольцев высказал свое недовольство. Потом скажут про коридор для террористов, потом нам скажут про то, что нужно всех амнистировать. Потом нам скажут про то, что ведь Донбасс не чует. Их его не слышат, и давайте сделаем автономию. Потом там укрепятся все эти люди, а потом они вас придушат вот здесь. Представители народных республик заявляют, что сдаваться не собираются. В Луганске...